Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Starlight 2 класс. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Страница 92. Listen and read the story. Послушай и прочитай историю. Но это конец сказки о рыбаке и рыбке. The fisherman and the fish. Рыбак и рыбка. Please, don't be angry, dear fish. Пожалуйста, не сердись, дорогая рыбка. Now, my wife wants to be queen of the land and sea, says the fisherman. Сейчас моя жена хочет быть королевой земли и моря, говорит рыбак. And she wants you to be her servant. И она хочет, чтобы ты была ее слугой. The golden fish does not answer. Золотая рыбка не ответила. It turns and swims far away. Она повернулась и уплыла. The old man calls and calls. Старик звал и звал. He waits all day, but the fish doesn't come back again. Он ждал весь день, но рыбка не вернулась обратно снова. The old man feels very sad, and he goes back home. Старик почувствовал себя очень печальным и пошел обратно домой. He can't see the palace. Он не мог увидеть дворца. He can't see the guards. Он не мог увидеть часовых. He can't see the servants. Он не мог увидеть слуг. All he can see is his small house. Все, что он мог увидеть, это его маленький дом. His wife is poor again, and she is wearing old clothes. Его жена снова бедная, и она одета в старую одежду. In front of her is the dirty old bucket. Перед ней грязное старое ведро.